Вот у меня тут такой мир изобилия, жизнь удалась, кокосы, рыба оттаивается, будет солиться. Ой, что общего между кокосом и рыбой? Масла полезнейшие. В кокосе масла вообще шикарные просто. Ну, и в косметических целях используют и так. Можно кушать, будет кожа хорошая. Супер детокс продукт. Впитывается прям в теле, тело же как губка. Она впитывает эти масла полезные в рыбе, рыбий жир, тоже жирок, жирок, и все нормалек. Со солем, с лимончиком. Ну, в общем, этот кокос-то это вообще чудо, конечно. Тут у него дырочка такая есть, вот одна из этих дырочек мягкая, можно проковырять и вставить трубочку. Я его раскалю, там тоже способ такой есть по периметру, так тын-тын-тын бьешь, в общем, молоточками он раскалывается легко. Мякоть извлеку, наделаю кокосового молока, так буду есть, класс вообще.